И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому модулю, броненосцу, небольшим вставкам, нарезки с тем, как выбивался данный уникальный модуль на данный момент, пока он доступен исключительно из ультраконтейнеров и пока он находится в закрытом доступе. Я, как вы видите, уже на своих экранах его полноценно выбил, выкачал. Ну и даже немножечко затестил. Все те ребята, которые, конечно же, смотрят стримы, все это дело видели. Кто не видел, тот должен, конечно же, посмотреть, если вам это все интересно. Подобный или неподобный, или данный, пусть будет данный видеоматериал. Смотрите, как это все было. Посмотрите, как происходил выбитый медиа, крутейший, нагибаторский. Дрон, говорю, модуль броненосец, плюс его микропрокачка. Ну и если вы желаете в ближайшее время увидеть тест, полноценный обзор на данный модуль броненосец, с чем его лучше юзать, как лучше юзать и как вообще с ним нагибать, то давайте на этом видеоролике наберем 200 лайков, и сразу же быстро выходит видеоролик, посвященный данному замечательному модулю. Желаю вам приятного просмотра. Смотрите. Ну, поехали. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Можно еще по плюсу в чат, друзья. Каждый по одному плюсу в чат для продвижения трансляции. Будет очень неплохо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, запомнили, 13, 10 коинбоксов, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 с рельсой зеленой, 23, 24 еще с фиолетиком. О, иммунитет от поджога был бы у меня, он на основе только. 25, 26, 27, 28. 29-й. 30-й ягуарчик. 31-й фиолет. Роллы. 32-й. 33-й. 34-й. Неплохо, 10 дней. 35-й. 36-й. 37-й. 38-й. 39-й. 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 49-й, ну! Да, сука, изи каточка, изёвая, каточка, изёвая, изи, so easy, guys, изи катка, изи каточка. Скидочка на него имеется, поэтому мы можем его вкачать. Улучшение. Что у нас по бабкам? Смотрим, сколько стоит. 10500, 52, 105, 230, 350. И мне на МК-7 не хватает. На МК-7 мне не хватает. 595, чтобы МК-7 сделать, мне надо. 595. Что я могу сказать? Добавочка у нас по кристаллам. Соответственно, мы делаем МК-7. Модуль броненосец.
Делаем МК7. 700 тысяч кристаллов позволяет мне приобрести за 595 МК7. У меня 35 есть. Делаем улучшение 1, 36. Улучшение 2, 37. И на 38 мне не хватает 100 кристаллов. Нет, больше чуть. 500 кристаллов не хватает. Так, ну уже до 37 дошли. Уже до 37% дошли. Неплохо. Посмотрим, до скольки мы сегодня дойдем. Посмотрим, до скольки дойдем. У меня кристаллов как раз на плюс один шаг есть. Поэтому можем плюс один еще дать. Плюс один. Правда, без ускорения, но плюс один даем. И это уже на 38 качается. Позже продолжим. Имеется 37. Ускоряем. Улучшаем. Ептить, ёп твою. Бо, у меня бы вчера на фул хватило. А у меня бы вчера бы на фул хватило. Всего лишь. Всего лишь. Пару шишков. Оп. 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 И все. И все. Даже хватило на ускорить. Даже хватило на ускорить. Идемо. По итогу на данный модуль было потрачено порядка 8 миллионов кристаллов. Я мог бы полноценно сэкономить намного больше, если бы занялся бы микропрокачкой в тот самый день, когда у нас в игре были скидки 30-50%. Но, к сожалению, по определенным техническим причинам я не сумел провести трансляцию в тот самый день, когда были скидки, и был вынужден тратить намного большее количество ультраконтейнеров и кристаллов, соответственно, порядка, где-то, как я уже сказал, около 8 миллионов было потрачено на полностью покупку, ну, имею в виду покупку, эту прокачку с МК1 до МК7, ну и full МПК с МК7. Нулевого до МК7 фулового, ну или МК8, кому как удобно. Что касаемо того количества, сколько мне вообще пришлось выбить и открыть ультра контейнера, то для выбивания самого модуля мне понадобилось открыть 248 ультра контейнеров. На 248 ультра контейнере выпал. Это довольно-таки везучий момент, как по мне. Могло дропать намного дольше. Могло... Ну, как бы это все фарт, да. Повезет, не повезет. У меня довольно большого количества нету предметов с красного свечения. И могло в теории вообще не падать этот броненосец. Мог не падать этот модуль. И я бы открыл бы там 700, 1000, 2. И ничего бы мне не дропнуло. Ну, а здесь мне фартануло. 248 ультраконтейнер, я считаю, что это очень даже неплохо в плане быстроты выбивания. Ну и в целом для кристаллов, для всей прокачки я открыл около 2000. Около 2000 это плюсануло мне где-то около 8 миллионов, может даже чуть больше. Понятное дело, что выбивать этот модуль — это лишь ваше право, если у вас есть такая возможность и вы реально горите желанием, то я бы на вашем месте бы, возможно, даже попробовал, потестировал, да, но понятное дело, что это бешеные деньги, и у меня лишь есть возможность все это дело вам продемонстрировать, все показать. Ну и понятное дело, что я надеюсь на то, что в совсем скором, в ближайшем времени мы все это дело затестим, и я надеюсь, что скоро данный дрон, вернее не дрон, а модуль, появится также в гараже, не как возможность, да, выбивания исключительно из ультраконтейнеров, а как возможность покупки каждому игроку. Пока это, конечно же, ранний доступ, но я думаю, что в ближайшее время у каждого будет возможность приобрести, ну и там уже решить, прокачивать, не прокачивать, тратить такие безумные большие кристаллы или не тратить. Ну и, конечно же, надеюсь на то, что наберем отличнейшую активность. Напишите также в комментариях, ждете ли вы тест данного модуля. Если это так,
то совсем скоро, в ближайшее время, все это дело мы, конечно, затестим. Если вам понравился видеоролик, обязательно, друзья, не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.